Ну давай, запустим God of War. И сейчас опять ничего не изменится по-любому. Ёбаный фикс, блядь, загибается нахуй, как помойка ебаная. Вообще нихуя не вывозит, просто нихуя. Параметры. Графика. Конфигурация низкая, что? Все на низких вести, ёбаный. Что за хрень вообще собачья? Эта видяха не предназначена, блядь, для низких настроек, для низких, блядь. Даже, сука, не для средних она не пред... Она для ультра, блядь. Ну никак не для низких. Какие, блядь, какие 100? 100 нахуй, вы чё, блядь? Видяха, ты чё, блядь? Ой, блядь. Чё, блядь, кто тут за меня играл? Это кто такой? Ебать, он здоровый. Хотя вот, в единственной игре более-менее видяха нагружена нормально. И это God of War. Проц просто на все 100% фигачит и вообще ни процента не сбавляет. И еще, настройки выкрутил на всю мощь и все равно все плавно, 60-70 кадров. Вообще-то круто. Но на максимальной графике капец видяха так начинает нагружаться. Тоже почти под сотку. И там просто 80, мать его, градусов, что? Критическая температура, и просто в компе такая турбина врубается, что аж оглохнуть можно. Не, это не дело так играть, можно видяху так спалить. Лучше тогда просто на высоких играть, ну его. На максах для этой игры слишком жестко. Бля, это самая единственная игра, где видяха себя показывает типа нормально с этим процессом. Невероятно и очень странно. Так, ну что ж, теперь посмотрите, как работает данная игра после андервольтинга. То есть я провел эту операцию настройки видяхи. И теперь моя видеокарта работает при температуре 58-60 градусов, не больше. Круто просто, замечательно. То есть до этого она у меня работала в 75 градусов, сейчас 58. Вот уже 59, снова 58. Ну то есть даже до 60 не доходит. Блин, это классно, пацаны. Делайте андервольтинг видяхи. Это тема. То есть, FPS вообще, я бы даже сказал, FPS даже поднялся, а не упал. То есть, видяхи намного комфортнее стало. Сейчас все нормально, стабильно работает. Ничего не тротлит, не перегревается, не гудит, кстати говоря. В компе, кстати, сейчас вообще тишина. И, то есть, работает вот стабильно при частоте 1950 МГц. Температура 59 уже градусов. То есть 59-58, вот пока ее такой предел. Больше... А вот 60 стало. Ну, 60 это, наверное, будет вообще максимум. Хотя, я думаю, если подольше поиграть, будет и 65. Но все равно это всяко лучше, чем 75-80, блин. Процессор вообще работает на сотку, так же, как было. Ну, тут хотя бы видяха нагружена нормально. Ну, то есть комфортно теперь стало играть в эту игру. Ну, то есть вот частота наша стоит стабильно. И температура в пределе нормы. Никакого перегрева не наблюдается теперь.